Настоящие причины возникновения близорукости выяснили врачи. Где мои очки? Миопия – заболевание, при котором люди плохо видят вдалеке, стало настоящей эпидемией. И медики считают, что ни генетика, ни чтение книг, ни сидение за компьютером – не это главная причина. А главное – недостаток яркого дневного света. Оказывается, под его воздействием сетчатка глаза вырабатывает дофамин, а его нехватка и вызывает удлинение глазного яблока. Врачи посчитали, человеку надо минимум 3 часа в день проводить при освещении в 10 тысяч люксов. Это как раз яркость солнечного света. А в помещении оно не выше 5 тысяч. Поэтому, видимо, и мои очки скоро придется поискать.